Сегодня с оркестром выступит молодой талантливый пианист, аспирант Дальневосточного государственного института искусств Георгий Андриенко. Он ученик профессора, заслуженной артистки России Раисы Евгеньевны Илюхиной. Это не первое выступление Георгия с нашим коллективом. Прежде он исполнял очень успешно третий концерт того самого Николая Метнера. Итак, Сергей Рахманинов, концерт номер 4 для фортепиано с оркестром, соль минор, опус 40-й, в трех частях. Исполняет Тихоокеанский симфонический оркестр. Дирижер, заслуженный артист России Анатолий Смирнов. Солист, лауреат международных конкурсов Георгий Андриенко. Thank you.
Thank you.
Thank you.